معتمه حتى بعثت مبشرا كن ناظما سيدي فاتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فانرت دربا اخرا اخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى. Чириканье воробьев, пение голубей, караваек и соловьев. Пленяя наш слух, говоря нашим сердцам, как прекрасны создания и как совершенен Творец. И вот приходит светлое послание в качестве милости к птицам. О, люди! Я был послан только как милость. Однажды в пути пророк, мир им и благословение Аллаха, останавливает свое войско в каком-то месте и удаляется по своим нуждам. В это время сподвижники увидели одну маленькую птичку с двумя птенчиками в своем гнезде. Тогда один из сподвижников подошел и взял в руки двух маленьких птенцов, а бедная птица стала кружиться над ними, как будто она ищет пророка, мир ему и благословение Аллаха. А когда он пришел, она стала кружиться над его головой, размахивая крыльями и издавая звуки. Увидев это, пророк, мир ему и благословение Аллаха, повернулся к сподвижникам и сказал: «Кто причинил страдания этой птице, отняв у нее птенцов?» Сподвижники сказали: «Мы, о посланник Аллаха». Он сказал: «Верните ей ее птенцов». О Аллах! Все войско посланника Аллаха останавливается ради одной птички, маленького воробья, который подлетел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и стал махать перед ним, жалуясь. Эта победоносная армия вышла завоевать сердца и страны для религии милосердного, свят он и превыше всего. Поэтому он, мир ему и благословение, говорит им: соблюдайте права людей. Наше войско не совершает насилия, не причиняет никому страданий, не грабит и не проливает крови не по праву. Посредством этой маленькой птички он делает послание, послание мира, послание ислама. Кто сообщил голубю, что ваше место запретное, и что вы место защиты для испытывающих страх? Кто сообщил ему, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибежище тех, кто испытывает страх? Кто указал ему, что это посланник Господа миров, и что он милость мирам, отзывающийся на просьбы, защищающий того, кто обратился к нему за защитой, и удовлетворяющий нужды попавших в беду? Она пришла к нему, отчаянно махая крыльями и жалуясь, прося его заступиться, чтобы они вернули ей ее птенцов, и он внял ее просьбе, вернул ей ее птенцов и вновь объединил их вместе. Аллах создал домашних животных, птиц и других, и разрешил нам употреблять их в пищу. Однако Всемогущий Великий Аллах повелел нам хорошо обращаться с ними и не разрешил нам причинять им страдания. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит, наставляя своих сподвижников: «Поистине Аллах предписал все делать хорошо. И когда будете резать животное, то делайте это наилучшим образом. И пусть каждый из вас как следует наточит свой нож и избавит животное от мучений». Какая же великая религия! И как милосерден этот пророк, который запретил плохо обращаться с животными во время их заклания. Однажды он, мир ему и благословение Аллаха, проходит мимо финиковой пальмы и видит Умбаат. Он спрашивает ее: «Кто посадил эту пальму, мусульманин или неверующий?» Она отвечает: «Мусульманин». И он говорит: «Всякому мусульманину, который посадит дерево или посеет что-либо, и это употребит человек, животное или птица, будет зачтено Всевышним Аллахом милостыней в судный день». Он разъясняет, что хорошее отношение к птицам, кормя их или поя, это поклонение и садака, за которое Аллах Всемогущий и Великий воздаст тому, кто это сделал, наградой. Проклятие пойдет на того, кто делает мишенью для себя то, в чем есть дух. Так что ты скажешь про тех, кто считает для себя дозволенным лишать жизни верующих и жизни каждого человека, кровь которого ислам запретил проливать? Они проливают их кровь и лишают их жизни. Ислам не пришел с подобным. Это религия милости и благодеяния. Благословенный дом, который пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посещает время от времени дом Абу Тальхи.
его жена Сулей, а ее сын Анас ибн Малик. Однажды пророк, мир им и благословение Аллаха, посетил этот дом и увидел маленького мальчика, которого называли Абу Умайр. На руках у него он увидел Нугайра, маленькую птичку, с которой ребенок играл. В другой раз, навестив этот дом, пророк, мир им и благословение Аллаха, видит этого маленького мальчика грустным и унылым, сидящим в углу дома. И он спросил их: «Что с Абу Умайром?» Они ответили: «О посланник Аллаха, умерла его птичка». Тогда тот, кто был дарованной милостью, подошел к нему и сказал: «О Абу Умайр, что стало с твоей птичкой?» Он ответил: «Она умерла, о посланник Аллаха». Аллах превелик! Какой великий Господь! Самый великий гость из всех живущих на земле! И какой же благословенной семьей была эта семья! Абу Тальха, его голос в войске превышал голос тысячи, а Сулейм, к которой он, мир ему и благословение, относился с почтением, навещал ее, возносил за нее мольбу и ел приготовленную ею пищу. А Анас? И кто же в этом мире сравнится с Анасом? Маленький слуга пророка, мир ему и благословение, за которого он просил в мольбе, шутил с ним, поручал ему великие дела и важные задания. Абу Умайр. Маленький мальчик, которому он проявляет жалость и доброту, утешает его и отгоняет от него печаль, будто он, мир ему и благословение Аллаха, свободен от всякой ответственности, за исключением того, чтобы сделать счастливой эту богобоязненную и чистую семью. Он, мир ему и благословение Аллаха, находит время, чтобы утешить маленького мальчика. Он утешает его в потере любимого. А кто является любимым этого мальчика? Птица. Птица, с которой он играл и забавлялся, смеялся, когда она пыталась взлететь, и радовался, когда она училась ходить. И когда он потерял ее, он стал грустить. Им овладела тоска, и к нему пришел пророк, мир ему и благословение Аллаха, поддержать его. Он учитывает его чувства и ласково обходится с ним. «О, Абу Умайр, что стало с твоей птичкой?» Он был дарованной милостью, утешал и оказывал поддержку умме в каждой беде, которая ее постигала. Иногда вся жизнь забывается, кроме одного часа. Иногда весь мир исчезает за исключением мгновения. Абу Умайр, тот маленький мальчик, разве не является самой великой страницей в его истории и его жизни? Это поддержка со стороны нашего любимого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он сидит с ним, проявляет к нему сострадание и утешает его. «О, Абу Умайр, во благо тебе! Какой человек или ребенок в твоем возрасте имел такое внимание и заботу, доброту и сочувствие со стороны самого великого и мягкого человека? Да будут выкупом за него мои родители и моя душа, мир ему и благословение Аллаха». لا تقتلوا طيرا بغير ذريعة لا تفجعوا طيرا بفلذة كبده لا تقتلوها وارحموا أيامها هدي النبي لمن أتى من بعده هدي النبي لمن أتى من بعده